Всем привет! И вы на моем канале Папарина. И сегодня мы откроем вот такую вот посылочку с бумажной косметикой для нашей Hello Kitty. Как вы помните, в предыдущем видео мы распаковывали бумажную одежду. Тоже у нас были такие вот пакетики и посылочка. А сегодня у нас будет косметика. Наша Hello Kitty теперь сможет краситься, будет, короче, красивой. Ну что же. Приступаем к распаковке. Высыпаем все наши пакетики. Все, упаковочка нам уже больше сегодня не понадобится. Вот так вот. Сегодня у нас вот такие вот 4 пакетика. Косметикой. Так, сейчас будем выбирать какой-то один из этих 4 и давайте возьмем вот этот вот. Кстати, сегодняшние пакетики у нас будут открываться по-новому. Вот так вот надо будет тянуть вот этот хвостик из скотча и будем смотреть, что же нам попадется. Давайте берем и можно сказать, так вот рвем. Нам тоже больше не понадобится. И открываем. Ой. Все, как бы тут у нас ничего нету. У нас все выпало на стол. Ну, вообще классно. Ладно. Сейчас же мы посмотрим, что же нам тут выпало. Кстати, тут у нас сразу 2 вещички. Это очень хорошо. Давайте раз, два, три. Ух ты! Это, короче, у нас блеск для губ от Dolce Milk и вот такая вот красная помада. Давайте я вам поближе покажу. Что же нам попалось? Так вот, блеск для губ от Dolce Milk в виде мороженки и такая вот красная помада. Ну что же. Давайте сейчас попробуем, как оно, может быть, будет смотреться на Hello Kitty. Ну, блеском мы вот так будем красить, а помадкой тоже будем. Так вот красиво будет. Ну, не знаю. Мне понравился этот пакетик. Прикольно. Коллекция у нас будет всем пополняться и косметикой, и одеждой. Вот так вот. Так, давайте следующий пакетик откроем, 1 из 3. Давайте откроем вот этот вот, крайний. Точно так же здесь все открываться будет. Ой, тут у нас прям сильно открылось. Нам уже тоже не надо. Давайте посмотрим. Ой, ну что ж у нас все выпадает? Я не понимаю. Ну, тут не держится правильно, потому что я вообще делала косметику не на двустороннем скотче. И, короче, вот так вот. И у нас тут попалась вот такая вот тушь для ресниц. Такого вот желтого цвета. Такими абстрактными фигурками. Кружками такими. Ну, вот так вот будем подкрашивать наши Hello Kitty. Глазки, реснички, если они у нее есть. Ну вот. Тушь мне понравилась. Такая яркая. Короче, неплохая. Вот так вот. У нас остается 2 пакетика. И вот этот вот прям такой тяжеленький. Этот прям легкий-легкий. Давайте откроем вот этот вот потяжелее. Мне прям интересно, что там. Я уже даже забыла. Давайте, 1, 2, 3. Это нам уже не понадобится тоже. И... Ух ты, у нас тут сразу 3 вещички. Да? Да, все. Давайте же посмотрим, что здесь. Вот, ребят, прикольно. Тут у нас, короче, попалась такая вот палетка теней.
Она у нас такая разноцветная. Дальше нам попался вот такой вот спонжик. И также вот такая вот розовая кисточка. Ну что же, давайте переменим эту всю косметику на нашей Hello Kitty. Она прям такая яркая. Мне это очень нравится. Так, ну давайте, наверное, тон сделаем ей такого вот бежевого цвета. Вот. А тени можно сделать, ну, к примеру, розовые. Прикольно. Тут есть всякие цвета. Какими я захочу, такими я и буду красить нашу Hello Kitty. Ну, вот такой вот у нас большой пакетик. Аж три вещи. Красиво. Вот так вот. И у нас остался последний пакетик. Давайте его откроем точно так же. Дергаем и все. Что же здесь? Опа. Давайте не будем пока показывать сразу. И тут уже все, ничего нету. Что же здесь интересно? Давайте на счет три. Раз, два, три. Это вот такие вот, можно сказать, духи от Dolce Milk. Прикольно. Ой, они вот такого вот голубого цвета. Ну, прям красота. Не знаю, мне понравилось. У нас в Hello Kitty теперь две вещи от Dolce Milk. Да, это все-таки духи. Давайте пшикаем на нее. Ну, такие вот духи. Короче, теперь наша Hello Kitty будет очень вкусно пахнуть парфюмом. Ну, давайте мы еще раз посмотрим, что же нам попалось в этой посылке с бумажной косметикой. Вот так вот. Сегодня у нас, я могу сказать, такая вот большая посылочка. На сегодня много всего попалось. Вот. Так, давайте еще раз пересмотрим. Нам попалась вот такая вот красная помада. Такой вот блеск от Dolce Milk в виде мороженки. Вот такая вот палетка теней. А давайте посчитаем, сколько тут всего цветов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, почти как в радуге. Так. Дальше нам попались вот такие вот духи от Dolce Milk. Вот такая вот желтая тушь. Кисточка для теней. И вот такой вот спонжик. Ну, такая вот у нас сегодня посылочка получилась. Ну, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, всем пока!